Ну да, можно делать все, что угодно, когда ты скелет. Я имею в виду, терять-то мне нечего. Ни плоти нет, ничего. Что они мне сделают? Убьют еще раз? Значит, ваше имя Джон Скелет? Да. Как часть тела? Да. Можете произнести по буквам? С-к-е. Джон Скелет? Кажется, что-то есть. Проверю архивы информации о костях, и все станет ясно. Вы спросите, как скелеты зарабатывают? Ну, знаете, движухи. Дома с привидениями, рейвы готов, дни рождения стариков. Я даже постеры сделал. Глядите! Мементо мори! Скучно не будет! Знаете, я немного играю в кино. Меня всегда берут на роли злодеев. Брови маркером. Но однажды я сыграю героя. Однажды. Без бровей маркером. Стой, мерзкая тварь! Ась? Готовься к смерти, ибо... убить тебя — мой долг! Кто-то скажет, что у скелета нет ни шанса с паладином. Но некоторые паладины западают на всякий мрак. Вот бы она поддержала меня так же. Я нашел эту крутую историю. Думаю, она обо мне. Давным-давно жил на свете сильный и харизматичный паладин. Он ухаживал за своей единственной настоящей возлюбленной, Валорией. И однажды до него дошли слухи о злом некроманте, живущем в лесу. Поговаривали, что некромант умело стирать воспоминания людей, обращая их в нежить. В стремлении продемонстрировать свою доблесть, паладин отправился в путь, чтобы встретиться с ней лицом к лицу. Но некромант сразила паладина, превратив его в устрашающего скелета. И теперь он бродит по миру, забыв, кем он был когда-то, не зная, куда идти. Знаете, некоторые из этих вещей было нелегко найти. Валория! А? Ты не узнаешь свою любовь? Вот, я нашла информацию о ваших костях. Оказалось, вы совсем не паладин. Вообще никаких связей. Вы работали в компании по страхованию автомобилей в Огайо. Оу. И даже если бы ты был им, меня не интересуют парни. И еще кое-что. Вас звали не Джон. Ваше имя Джоанна. Вы скелет. Но вы скелет девушки. Превратить меня в скелета? Конечно нет. Она бы никогда этого не сделала. Верно, дорогая? Она бы не стала.